порцию бодрости с утра. Заказывали? Тогда приступим. Упражнение трастеры. Берем гантели, сгибаем руки, держим гантели около плеч. Делаем приседание классическое, таз отводим назад и встаем, одновременно поднимая руки вверх. Делаем 8-10 раз без паузы. Это упражнение лучше всего выполнять с утяжелением, с гирями, гантелями или без ничего? В идеале выполнять лучше всего с утяжелением. А как быть новичкам? Новичкам самое главное – брать адекватную нагрузку. Руки не должны уставать быстрее, чем ноги. Так, а что мы прокачиваем? Все-таки вверх или вниз? В этом упражнении работает все тело, но основная нагрузка приходится на ноги, ягодицы и спину. Руки и плечи дополнительно участвуют в работе. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! До встречи в следующих выпусках!